Всем привет! Сегодня ездил на рынок торговать птицей. В общем, продал немножко вот этих цыплят, вот, которые постарше. Брал еще две семьи индоуток, белую и черную. Ну, черную с белым. И брал вот тех гусят, которые вчера паслись. Ну, вот я видел, вчера выкладывал. В общем, тех гусят не продал, продал немножко цыплят и выменял бартером перепелок, еще брал перепелят трехнедельных. В общем, выменял, я за перепелят просил 20 гривен, выменял 13 штук на 4 кролика, 3 кролички и одного самчика. В общем, сейчас я вам их покажу. Они тут все вместе. Здесь вот сидели кролики, к ним перелезли гусятки. Глянь, вот им в своем ящике, но никак не сидится, да? Так, сидеть. Вот так. Ну, не пойму, глянь. В общем, уже маленький ящик для них. Вот таких. Вот это светленький мальчик. А вот это три девочки. Женщина знакомая. Поэтому я и верю. Она сказала, что самец с одного выводка. Ну, нет, сейчас три выводка она вывезла. Принесла на рынок, в общем, трех кроликов. Я говорю, сейчас проверю, если девочки, то я возьму. Проверил всех троих, все три мальчика. Я ей говорю, тут ругаются эти, как всегда. Вы мне сходите, она рядом живет возле рынка. Говорю, сходите, принесите девочек, и я их у вас заберу. Она пошла, приносит троих новых. И я проверил, говорю, вот тут две девочки, а третий мальчик. Она говорит, а тебе сколько надо? Говорю, мне надо три девочки. Пошла она опять, приносит еще двоих. И говорит, вот это мальчик на тот, что потемнее, а вот это посветлее девочка. Я проверила, оказалось наоборот. Говорю, вы 15 лет держите, а разбираться, где мальчик, где девочка, они до сих пор не научились. В общем, взял я три девочки и одного мальчика. Ну, я думаю, дешево. Она просила по 65 гривен за них. Получилось, ну, вот мы посчитали, 260 гривен. А я по 20 перепелят просил, получилось 13 штук я их дал. Вот такой получился бартер. В общем, во дворе снимать невозможно, гуси орут со всех сторон. Перенес цыплят, гусят. В общем, сейчас кроликов. А четвертый где? А, вылез четвертый кролик. Ну, в общем, буду определять кроликов на свое место. В машине вот остались одни индоуточки. Сейчас их отвезу на второй двор. Они у меня там бегают. И все. Кроликов занес пока в дом. Посмотрю, сейчас что-нибудь придумаю, где они будут жить. Я не рассчитывал на то, что я сегодня с рынка привезу кроликов. Поэтому не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.